поехали на диагоналочки. Наш Андрюха первый поехал. Так, что-то подстал. Здесь ямка такая, он вообще серьезный. Так примерно это видит. Раздиагоналила его. Вот толку ноль. Пилот хочет посмотреть состояние, короче. Поехал дальше. В принципе, заехал. Немного стащило. Это очень опасный момент. Сзади он хариба. Сейчас обрубим. Если он понесет его на движение, можно положить на шкурзан. Короче, прямо поехал. Я выехал. Как говорится, дома. Ромка на тиранике пошел. Я тоже иду на канал, у меня тоже канал мертвый. Блокировок ничего нету. Ходы, в принципе, неплохие. Иван Прайд, быстрее ходит по своему черепах. Рома, например, на байке пытается проехать диагоналочку. Рома, ну ты хоть выплюни из рта. Ходов подвески хватает. Нормально запер. Краса. Рома обратку поехал. У тебя там независимая подвеска, ты бы видел. У тебя вот прямо так, посмотришь на видео. У тебя колеса всегда почти на земле были. У меня вот здесь это колесо вообще вот прямо. Бампером у тебя. Да вот я на задке проезжал летом. Ёпни, я тут на. Ёпни, я на своей девяточке и такое натворил. Вон, смотри, покажи красивый кадр. Сейчас у тебя что-то стучется. Веселое огнево, вот, смотрите. Как он делает это? Едь уже. Вот ради красивого кадра он готов тут час простоять, наверное. Вячеслав, что вы скажете? Да, на задке проезжал. На задке? На задке. Ты не заднеприводный, ты сейчас оставался. Дай бог, дай бог. Следующий-то кто? Даня, езжай ты, а. Есть же Паджеро какой-то новенький. Чей это? Где? Вон стоит. Не Вася. Чё? Знаю, не Васик, под пивасик, наверное, это. Андрей стоит снимал. Смотрите, как прикольно, видео, видео. Ютуб такого еще не видел. Паджеро. Пятидверочка. Вот едет Паджеро. Роман, Роман, с кадра, пожалуйста, ох ты. Надо медленно. Подожди, медленно. Подвисли, раздиагоналились. Я знаю, что самый грамотный пилот, я обрушил, наверное, папик. Все, выехал, красава.
Дымо. Радик, это вообще не наш? Паджеро в обратку. Значит, Паджеро, несолодо нахлебавшись, решил спуститься. Уже подсунь. Опа! Тоже тормозит-то на горе. Опа! В целом нормально. Пороги целы. Андрюха в обраточку пошел. Дядя Вань, ты когда нам рекламу сделаешь? У нас 36 подписчиков на канале. У него даже написано «Я джипер». Дружба, дружба, да, реклама там. Не, ну какой, какой, не, вы чё, ребята, вы чё, все, оу. Вот он то, что это, все, спустился. Андрюха вообще по жесткачу пошел. Попробовать. О, даже скача не доехал. Ты точно это хочешь? Что-то тут все выглядит так страшно. Это только выглядит страшно. Главное, я сказал, он мне Андрюха на камеру. Подписчик. Подписчик, который хочет объяснить. Ну и пока я не взял. Андрюха, может вот сюда хотя бы? Тойота Королла, блин. Ну, отбежали, как будто он доедет. Вот это кадр, пацаны. Ну, бывает. Еще одна попыточка. Опять красивый кадр. Нет, диагоналка все-таки не дается. Не дается. Вот это да. Красава. Пацаны, нифига себе. Заехал. Вот это да, Карим говорит. Молодец. Вот, короче, Паджеро. Паджеро 2. В горку сейчас за Карибом поедем. Парижанечка. Чуть-чуть не хватило. Чуть как не хватило выскочить. Попытка номер два. Разгон. Все, последний бугор не перевалил. Нет, чуть назад. Чуть-чуть назад. Еще. Еще полметра. Нет, еще надо маленечко. Еще назад. Еще чуть-чуть, хорошо? О, побольше. Каринка хочет доехать, давай быстрее. Нет, она явно не хочет доехать. Тут, кстати, тут миллиметраж уже ровный бугор. Руль вправо, выверни маленько. Туда, вправо. Не-не-не. Наоборот. Еще. О, пробуй, стартуй. Нет, чуть назад. Короче, вы можете видеть, да, что вот такие большие внедорожники иногда едут хуже, чем маленькие спринтеры. Диагонали, все. Тиранчики. Так, Рома пытается заехать на Тирандосе 21-го, там вообще. Посмотрим, сейчас хватит ходов, хватит. У-ху! Пока не хватило. Так, Ромаха, еще раз. Опа.
однако. Раз диагоналка. Сейчас заедет спокойно. Чуть-чуть газку. Все. Съезжаю, где заезжал под жерик. Как бы здесь так, траектория несложная. Сейчас спускается скорость. Спуска-то уже. Более легкая, чем. Тиранчик решил взять подъем. Опасный. В принципе, неплохо заехал. Руль влево маленько. Вова. А влево чуть-чуть. По чуть-чуть, ага, давай. Вова, нормально, нормально. Вот так, потихоньку. Да, 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 прямо руль. Можно, на карте надо подложить. Можно там найти. У тебя есть путь? Мало, мало. Не, Рома, мало, мало. Еще одна попыточка. Давай, давай. О, прикольно, колеса стоят. Друг к другу стояли. Прямо руль. Прямо руль, прямо, прямо руль. Прямо все скатывайся, не рули. Игра опасная. Здесь уже не одна машина. Либо в дерево скатывается назад, либо переворачивается. Еще одна попытка. Разгон. Немного не дотягивает. Как будто без понижайки идет. Не, нормально, без колея не хватает. Еще одна попытка. Не, не хватит. Да у него не крутит перед-то, почему? Ты видел, что не крутит? Да у него что-то силы нету. Силы не хватает. Газу больше и больше, больше. Пошел, пошел, пошел. Немножко задок не хватило вообще. У меня ощущение, что передние колеса как-то друг на друга смотрят. Нормально? Передние колеса нормально? А, ну, они такие есть, вот такие. Да, это нормально, короче. Куда? В другую сторону. Не-не-не. Скатываться надо. Больше больше. В другую сторону. Очередная попытка. Газ-палас сейчас походу взлетит. О, отлично, красава, все грамотно, газок отпустил, передок закинулся и заехал, газка подал. Вот такая у нас сегодня покатушечка прошла. Всем спасибо за внимание, всем пока, до новых встреч.